Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В следующем году автозаправочные станции в нашей стране начнут проверять тайно. Это позволит делать поправки в законодательство, рассказали в Росстандарте. Речь идет о подставных клиентах, которые проследят и за количеством отпущенного топлива, и за его качеством. Пока же ведомство обязано предупреждать заправки заранее, но лишь бы начинание не привело к росту коррупции. Трасса 101. Приобрел машину, предположим, за 2 миллиона 900 тысяч рублей, а все равно надо платить повышенный транспортный налог, как будто авто стоит более 3 миллионов. Налоговики разъяснили, почему это происходит. Дело в том, что за основу берется не сумма покупки, тут ведь за каждым не уследишь, а средняя стоимость модели, которая определяется Минпромторгом. А как известно, ценники премиальных авто в начальной и более дорогих комплектациях могут отличаться на несколько миллионов рублей. Трасса 101. Обладание недорогим автомобилем вовсе не значит, что ты не будешь в него вкладывать приличные деньги. Любопытные подсчеты сделало агентство «Автостат». Оно выяснило, сколько за 5 лет потратят на своих «Ласточек» владельцы бюджетных «Лада Гранта», «Рено Логан» и «Датсун Ондо», зарегистрированных в Москве и Московской области. В итоговую сумму попало все – бензин, техобслуживание, ОСАГО и КАСКО, плюс естественная потеря стоимости. Максимальный показатель продемонстрировал француз – 815 тысяч рублей. Напомню, это за 5 лет. На втором месте «Датсун» – 750 тысяч, бронза у «Гранты» – 654 тысячи рублей. Трасса 101. Вы сталкивались с запотеванием фар? А с тем, что зимой на них налипает снег и освещение становится менее эффективным? А ведь действительно, современные газоразрядные или светодиодные лампы не выделяют тепла. Оптика не нагревается и влага не испаряется. Решение проблемы придумали немецкие специалисты, создавшие подогреваемую прозрачную пленку. Она наклеивается на фары снаружи, и все. Стекла всегда сухие и прозрачные. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.